Здравствуйте, вы смотрите новости Первого Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Долгожданные ключи от квартиры аким области Бауыржан Абдишев вручал накануне счастливчикам из Караганды. Жителям поселка Карабас Абайского района показали фильм о жизни президента Нурсултана Назарбаева. Начальник миграционной полиции УВД города Темиртау берет взятки. Долгожданные ключи от квартиры аким области Бауыржан Абдишев вручал накануне счастливчикам из Караганды. Обладателями благоустроенных квартир стали участники программы «Доступное жилье» и вкладчики «Жилстрой Сбербанка». Шандисов Валикан Ашмуханович. Ключи от заветных квартир получил 21 человек, в том числе 5 участников программы «Доступное жилье». Это работники бюджетных организаций и 16 вкладчиков «Жилстрой Сбербанка». Новостройки построены по программе «Доступное жилье 2020». По поручению главы государства только в Карагандинской области к 2020 году будет построено 3 200 000 квадратных метров жилья. Это порядка 38 тысяч квартир. Казахстан сегодня знает везде. Казахстан признают во всем. И поэтому все это достижение благодаря первому президенту нашей страны, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Это событие станет памятным для новоселов, поскольку торжественное вручение происходило именно в канун празднования Дня первого президента. Рады за предоставленную возможность улучшить свои квадратные метры, жилищные условия. Благодарим главу государства Нурсултана Абишевича. Хотим поздравить всех жителей нашего микрорайона с получением таких замечательных квартир. А затем глава региона посетил одну из квартир, поздравил ее владельца с новосельем, а в подарок вручил телевизор. Динара Сартаева, Габиден Курышбеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Жителям поселка Карабас Абайского района показали фильм о жизни президента Нурсултана Назарбаева «Небо моего детства». Главная идея режиссера кинокартины Рустема Абдрашева – рассказать о детстве маленького мальчика по имени Нурсултан. В фильме главного героя зовут Султан. Эта роль содержит 4 образа одного человека. Ее играют сразу 4 актера – младенец, ребенок, подросток и юноша. Больше других персонажей в «Небе моего детства» снимается 6-летний Елжас Альпиев. Этого мальчика выбрали из 1000 детей со всего Казахстана. Именно улыбка помогла пацану очаровать не только режиссера, но и телезрителей. Зрители остались теплые впечатления после просмотра фильма. Многие сетчане делились своими переживаниями с журналистами. Юная школьница из 15-й средней школы посвятила стихотворение Нурсултану Назарбаеву. Автор стихотворения – учитель этой же школы Галышева Гузель Азаматовна. Мой президент, спасибо за страну, за независимость, за светлую мечту. За будущее, что с рассветами встает. Алга мой Казахстан, страна моя, вперед! Анастасия Семенова, Жасулан Амандыков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. На минувших выходных сотрудники УВД почтили памятью погибшего при задержании опасных преступников старшего лейтенанта Нурлана Байгаскина. Полицейские устроили спортивные соревнования, отдавая дань героям-сослуживцам. Подробнее в следующем материале. Управление внутренних дел в полном составе. В этот день они почтили память погибшего при задержании опасных преступников старшего лейтенанта Нурлана Байгаскина. 20 ноября 1998 года он участвовал в операции по задержанию преступников, напавших на сахарный центр Караганды. Была устроена засада. Злоумышленники, заметив полицейских, открыли огонь. Уполномоченный отдела уголовного розыска УВД города старший лейтенант Нурлан Байгаскин был смертельно ранен в голову, но преступников задержали. И вот сегодня сотрудники УВД в честь своего коллеги устроили спортивные мероприятия, почтив Нурлана минутой молчания. Также была приглашена семья погибшего – жена, дочь и сестра. Мне очень приятно, что память отца помнят, что делают такие праздники. Ну, все равно это для нас праздник, что устраивают такое мероприятие в честь папы. Почтить своего товарища по оружию пришел и его друг-сослуживец Николай Реченко. В этот день он вместе с Нурланом Байгаскиным участвовал в задержании преступников. Николай тоже был ранен и госпитализирован. И ему так же, как и семье погибшего, важно и волнительно, что его друга помнят и чтят. Конечно, мне очень приятно, то, что все помнят об этом, не забывают, проводят такие турниры. То, что наши погибшие сотрудники все-таки помнятся, не забывают.
Семье Нурлана Байгаскина были вручены подарки и передан кубок за первое место за отважного мужа, отца, брата и просто хорошего человека. Амина Смакова, Жаслан Амандыков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Начальник отдела миграционной полиции УВД города Темиртау берет взятки. Сотрудниками департамента финансовой полиции он был задержан в момент преступления. Инцидент произошел прямо в служебном кабинете. Гражданин Таджикистана передавал начальнику денежную сумму в размере 16 тысяч тенге взамен на продление миграционной карточки. В настоящее время обвиняемые санкции суда арестованы, им предъявлено обвинение. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Travel Mania. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. ТО «Возрождение 21 век» реализует для фермерских хозяйств и населения гусей, родительское стадо породы линдовской и губернаторской, а также к рождественским и новогодним праздникам реализует мясо гуся, утки и индейки оптом и в розницу по цене производителя. Телефон 32-00-26 и 837-322-99-99. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату, что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы стартап в турбизнесе. Программа курса включает работу с клиентами, калькуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документооборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефонам 97 47 42 8 702 155 98 20. День первого президента Казахстана ознаменовался торжественным открытием Республиканской общественной приемной партии «Нур-Отан» и презентацией Единого координационного центра. Все филиалы партии «Нур-Отан» стали участниками открытия Республиканской общественной приемной. Ее работу начал председатель партии «Нур-Отан» Нурсултан Назарбаев. В первый день он принял 4 посетителей. В этот же день состоялось централизованное подключение общественных приемных региональных филиалов партии. Во время презентации Единого координационного центра в формате видеоконференц-связи в торжественной обстановке был вручен новый партийный билет номер 1 председателю партии Нурсултану Назарбаеву. То, что появился какой-то новый здание, говорит, что люди доверяют партии, и тем самым партия идет навстречу нашим людям и будет в дальнейшем решать эти проблемы на новом уровне. Это знаменательное событие в жизни всей страны доказывает, что люди доверяют партии, а партия идет им навстречу, изучая и решая их проблемы. Сергей Высокосов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В день первого президента страны 100 учащихся школ города вступили в ряды республиканской организации «Жас-Улан». Дети приняли торжественную клятву уважать старших и любить свою родину. Подробнее в следующем материале. В настоящее время в рядах Жас-Улана города Караганды состоят 10 тысяч школьников. Один из тех, кто вступил в единую республиканскую организацию, ученик гимназии номер 45 Антон Александров. Юный житель нашего города сегодня гордится тем, что теперь носит гордое звание жасулановца. Сегодня день первого президента Республики Казахстан. Я вступаю в ряды детской юношеской организации «Жас-Улан». Я рад, что вступил в эту организацию и буду гордо носить звание жасулановца. С большим желанием сегодня молодежь вступает в ряды организации «Жас-Улана». По словам ветерана педагогического труда Ларисы Саугибаевой, самое главное, что должно быть у ребят, это активная жизненная позиция. Все счастливы, все в настроении. Значит, они что-то ожидают хорошее. А раз они увидят что-то хорошее, это движение будет естественно развиваться.
Юные жасулановцы произнесли торжественную клятву, после чего ветераны образования повязали ребятам голубые галстуки. Как президент, будьте лидером. Как президент, будьте патриотом. Как президент, будьте человеком. И гордитесь отцами, дедами, бабушками, своими учителями, своей родиной. В завершении с музыкальными номерами выступили творческие коллективы Дворца детей и юношества и показали видеофильм о первом президенте нашей страны. Николай Кравец, Айрат Рашитов, Первый Карагандинский. Карагандинцы с размахом отметили день первого президента нашей страны. В спорткомплексе «Жастар» прошла концертная программа с участием творческих коллективов города. Сильная страна! Сильный лидер! Сильная страна! Уже с утра около стадиона «Шахтер» многолюдно. Жители нашего города с хорошим настроением торопятся посмотреть, как проходит праздничный концерт, посвященный дню первого президента нашей страны. В этот день с трибуны спорткомплекса «Жастар» звучали самые разные выступления и поздравления. Благодаря продуманной и взвешенной политике главы государства мы уверенно движемся к поставленной цели – укреплению благосостояния граждан, общему процветанию и росту авторитета Казахстана. Все наши усилия сегодня направлены на качественную реализацию задач, поставленных лидером нации в стратегии «Казахстан-2050». Единство – это согласие между этносами. Единство – это главное достижение и символ Казахстана. Национальное единство – наш стратегический выбор. С праздником, дорогие карагандинцы! С днем первого президента Республики Казахстан! В день первого президента были отмечены некоторые карагандинцы, внесшие свой вклад в развитие нашей страны. Премию Такима города Мирама Смагулова в размере 100 тысяч тенге получила активистка своей школы Мира Кудеринова. В преддверии Дня президента я получила премию в номинации «Молодежный лидер года». Это не только денежная награда, но и большой стимул для меня для дальнейшего саморазвития. Настроение карагандинцам поднимали творческие коллективы города, которые исполнили известные музыкальные композиции. Николай Кравец, Айрат Рашитов, Первый Карагандинский. Накануне дня первого президента ТО «Пролюкс LED» представила новый проект по производству светодиодных светильников. Это соответствует государственной программе энергосбережения. Новая технология позволит меньше потреблять электроэнергии горожанам. На встрече с акимом района имени Казыбек-Би Рустеном Кабжаном рабочие фирмы рассказали о преимуществе светодиодных ламп нового поколения. Эти лампы будут использоваться в горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве, освещении дорог, железнодорожных постов, теплиц жилищно-коммунального хозяйства. Значит, выделение тепла, потом экологичность, значит, если газоразрядные подлежат утилизации, светодиодные... Нет необходимости подлежать ремонту. Качество новых светодиодных светильников проверили многие государственные структуры. По мнению директора завода Карата Султанова, новые осветительные лампы способны конкурировать на карагандинском рынке наряду с другими компаниями. Светодиодные светильники, в отличие от обычных лампочек, дают экономию в 60 Вт энергии. Это преимущество позволяет владельцам предприятия меньше затрачивать денежных средств за пользование света. Значит, наши продукции уже пользовались энергоразвитой газ, Акимат Кабжановский, Акмолинская область, Чемпенцы, Каспламбу, Кемерзалу, много предприятий. Для технологии нужд производства новых светильников используется сырье, поставляемое из Бельгии, Японии и Германии. Директор фирмы Prolix LED рассказал журналистам о планах компании вывести свою продукцию на другие рынки. В планах есть выйти на Россию, рынок сбыта, и Кыргызстан. Но как в Кыргызстане себестоимость электроэнергии низкая, но я думаю, в будущем эти планы будут реализовываться. Компания Prolix LED частично финансируется за счет банка Турамале. Руководство фирмы планирует выпускать более 4000 светильников в год.
Через 5 лет завод «Пролексвет» может полностью обеспечить нашу страну светодиодными светильниками. Анастасия Семенова, Кайрат Рашидов, Махтияр Аспанов, Первый Караганди. Перейдем к новостям спорта. Сезон 2013 года вписал в историю европейского футбола команду из Караганды. Футбольный клуб «Шахтер» триумфально встретил свой юбилей. 55 лет футболисты всех поколений достойно защищали спортивную честь региона и страны. Столетию казахстанского футбола и 55-летию футбольного клуба «Шахтер» были посвящены торжества, которые прошли в спортивном комплексе «Жастар». Искренние болельщики и фанаты футбольного клуба «Шахтер» вот уже 55 лет верят в своих футбольных кумиров и поддерживают их на всех играх. Если перевести в децибеллы их приветственные возгласы, да умножить на 55 лет, то земля вздрогнет от ликующих криков. Почет и уважение ветеранам, которые как бы шагнули из документальных кадров в спортивный зал. Еще в 1958 году футбольному клубу «Шахтер» был присвоен статус мастеров. До сих пор этот высокий класс сохраняют игроки «Шахтера». Юбилейный 2013 год стал особым в истории клуба. Дважды чемпион страны «Шахтер» совершил прорыв в европейский футбол. Завоеван Кубок Казахстана. Вообще известно, что в достижении конкурентоспособности государства особая роль отводится спортсменам. Спорт высших достижений уже давно стал мерилом социально-экономического развития, и поэтому все больше и больше государство уделяет этому особое внимание. Ведь развитие спорта, спортивные достижения вносят государство на новый мировой пьедестал. Конечно, все современные достижения базируются на той работе, которая была проведена тренерами и игроками за 55 лет. Поэтому на сцену для получения наград поднимались и ветераны футбола, и сегодняшние игроки «Шахтера». Ну а болельщики, как и в прежние времена, верят в счастливую звезду любимого клуба, верят в игроков и тренеров любимой команды. Сергей Высокосов, Габиден Куршпеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В Караганде прошел областной турнир по казах-шакуре среди школьников. Его организаторами стали Управление образования области и региональный научно-практический центр Сайрар Кадырына. Новая программа развития здравоохранения направлена на реализацию задач послания президента народу Казахстана и стратегии «Казахстан-2050». Казах-шакурес в современном Казахстане пользуется большой популярностью. Издревле соревнования казах-шакурес проводятся на праздниках и торжествах. Первые официальные соревнования были проведены в 1938 году в рамках спартакиады среди сельских регионов. С 1952 года стали проводиться международные соревнования с участием спортсменов азиатского региона. А с 1991 года проводятся регулярные чемпионаты и первенства республики. В этих соревнованиях приняли участие ученики 1997-98 года рождения. Победители и призеры по каждой категории были награждены дипломами и медалями регионального научно-практического центра Сары-Арка-Дарыны. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом у нас все. Смотрите новости Первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю, номер телефона нашей редакции 420649. Всего доброго, до свидания.